водители тоже не аккуратно не едут, гоняются. По словам местного дворника, на этом участке дороги аварии происходят постоянно. В основном из-за большой скорости, которую развивают многие автомобили. В этом случае, судя по полученным повреждениям, скорость у «Мерседеса» тоже была не маленькой. Однако, по словам самого водителя, на встречную полосу он выехал совсем по другой причине. Я на встречную. А как так получилось? Вас подрезали или что? Нет, с машиной? Мне стало плохо. Я отключился. Например, сначала стоп ударил, а потом ударил. Женщина-водитель Део Матисса попросту не успела что-либо предпринять. Автомобили столкнулись буквально лоб в лоб. Автоледи с тяжелыми травмами доставили в больницу. Водитель «Мерседеса» от госпитализации отказался. Я пока сижу нормально, разговариваю же. Ну, а если что-то со здоровьем, надо его. Ну, ладно, не сдохну. В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения. И если «Мерседес» еще может спасти капитальный ремонт, то малолитражка уже вряд ли подлежит восстановлению. Во всех обстоятельствах этого столкновения сейчас разбираются сотрудники ГАИ. Мария Молочникова, Игорь Бызов, эфир 24.